Звук «с» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Число 5 наделяет обладателя этого имени высоким интеллектом, творческими способностями, страстью к свободе, а также дарит аналитический склад ума и умение мыслить нестандартно, выгодно выделяясь на фоне окружающих. В страсти к разнообразию, особенно мелочах, может проявиться мотив его жизни. Иногда эти люди боязливы к совершению поступков, которые напрямую повлияют только на их будущее. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Из владельцев этого имени получаются гениальные торговцы и биржевые игроки. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. «Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.